Потому что когда вы 14-летнему ребенку, он просит вас купить компьютер новой модели, но когда вы ему говорите «нет», и вы имеете право сказать «нет», потому что когда родители все время говорит «да», все время говорит «да» и действует из все время своего «да», ограничивают себя в своих желаниях, лишь бы дитя не плакало. Это и есть махровый эгоизм детей. Когда он вырастет, он начнет жить так же. Он будет требовать все для, от других. Это и есть эгоизм. Я хочу, чтобы ты поступил так, как нужно мне. Простите, где он увидел эту модель? Поэтому, когда вы говорите, у меня нет возможности, или тебе надо подождать, или сейчас не лучшее время, он столкнется со своим желанием иметь компьютер, и его желание не удовлетворено. Естественно, он начнет проявлять определенные эмоции. И он должен пережить их эмоции, эти эмоции у себя в комнате или где-то в каком-то пространстве. И когда он зайдет в дом, он снова должен увидеть любящее лицо взрослого, которое помогло ему пережить эмоции, оставив его в покое. И тогда ребенок, заходя в этот дом, понимает истинные ценности. Он понимает, что сейчас он может терпеть неисполнение своего желания, отсутствие этого компьютера, но при этом он успокоится, потому что есть рядом любящие родители. И это самое лучшее, иметь покровительство таких родителей. Поэтому я могу желать большего, но при этом быть довольным тем, что есть сейчас. Очень...